Уже второй день бизнес-форума в Баку. В рамках деловой миссии запланировано 150 двухсторонних встреч между российскими и азербайджанскими компаниями. Во второй день бизнес-форума была продемонстрирована презентация о развитии территории Азербайджана, освобожденных от оккупации. В ходе двухдневной деловой миссии 31 российская и 36 азербайджанских компаний представили свои продукты для умных городов. Сегодня же гостям был презентован потенциал развития освобожденных от оккупации территорий Азербайджана. Также предприниматель, а также инвесторов является важным фактором. Заместитель заведующего отдела восстановления и развития территории Министерства экономики Висал Гараев сказал, что разработан проект для поддержки инвестиций на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. Он отражает вложение инвестиций в эти территории, существующие возможности, соответствующие секторы для инвестиций и другие вопросы. Проделана необходимая работа по привлечению и поддержке иностранных инвесторов. Также сообщалось, что Агдамский индустриальный парк – благоприятная зона для малого и среднего бизнеса. Экономическая зона Аральской долины имеет большой транспортный и транзитный потенциал. Здесь можно организовать производство и продажу строительных материалов, а также построить логистические центры. Уже есть и первые резиденты. Начинаем поставку нашего флагмана поколения, пятого поколения. То есть это грузовики совершенно другого формата. Мы их считаем, как принято сейчас в мире говорить, подключенными грузовиками, которые помогают, в частности, управлять автопарком. То есть они подключены к системе. В рамках деловой миссии говорилось о приоритетах для восстановления Карабаха, управлении безопасности, реализации инфраструктурных проектов, обеспечении экономической активности. Была подчеркнута важность разминирования освобожденных территорий и сообщено, что процесс восстановления является одним из приоритетов до 2030 года. Компания занимается инженерным центром энергоразвития, это внедрением цифровых технологий в электроэнергетическую систему региона. То есть мы полноценный цикл выполняем работ по предпроектному обследованию, по предпроектному моделированию. Мы занимаемся производством зарядных электрических станций. Вот, российский экспорт-центр пригласил сюда на это мероприятие. Очень рады. Провели несколько переговоров, потому что для Азербайджана тоже тема актуальна. С этого года на многих АЗС ставятся зарядные станции для электромобилей. Да, то есть мы готовы выступить партнером производственным со своим оборудованием, которое не уступает европейским импортным аналогам, да, но при этом гораздо дешевле. Обсуждалось восстановление автомобильных и железных дорог, которое обеспечит интеграцию освобожденных территорий в общую экономику страны. На этом фоне подчеркивалась значимость таких транспортных коридоров, как Север-Юг, один пояс, один путь. Вафа Агабалаева, Урфан Алиев, новости.